О, Андрюша приехал. Давай. Привез Надежду Васильевну. Вот она у меня, голубятня. Вот она. Стой. Ну, давай маленько, давай. Все, не пойдет назад. Маленько вперед. Вперед, а потом сзади чуть-чуть. Тут много, а там ты это задавишь. Так. Ну, давай. Клади тут рядышком. О, богатая невеста-то пришла. Смотри еще, не зря она тут скажет. Здорово! Эх, кошечки тут под ногами. Не задавите. Две двери не открывать. Там дверь сейчас откроется, кошки выскочат, их не поймать уже. Я не мешаю себе, ты сам выставишь. Прямо на эту ставь и все. Какое дело-то, а? Сегодня холодновато. А. Вот она вещи набрала. Вот она как. Да эту одежду туда наверх клади, а это остальное рядом ставь на пол. Тряпки только наверх положи, чтобы они... Ну, пыли не набрали. С тобой еще кто-то ехал или она одна была? Пять человек. А кто? Татьяна. А? Татьяна. Татьяна? Да. Какая? Муха. Это наша Татьяна? Да. Это Муха, наверное? Да. О, так она сама не ездила. А у тебя две ведущие? Ну, эта машина у тебя вообще тогда. А наши-то ездили, остановились и вернулись. Все как надо было. Все. Так, ты двери сразу не открывай, косы выскочат. Ой. Давай скорее, помогай. Освободить его, а потом мы уж тут разберемся, еще к чему. Вот так, где можно, ставь сюда. Где-то там. О, богатая невеста. Смотри, что творится. Да все вошло или нет? Ты закрывай только дверью, ты как зайдешь. А тогда тут открывай. Включи свет здесь. Иначе она под ногами у тебя выскочит. Андрюшенька, ты мне поможешь в комнату занести? Занести помочь в комнату? Ага. Да. Так, все? Все. Что, занести и помочь? Так, надо там, чтобы дверь не открывать. Тут в сенки где-то поставь, чтобы дверь давайте только открыть. Вот сюда сможем? Вы не открывайте, там кошка. Вот они пришли. Вот они пришли. О. Сюда. А вы дверь такая, сразу две двери, Надежда, не открывай. Там кошки. Они там мышей всех подобрали. Вот эти кошки как бы нищи. А мы их кормим. Сколько кошек, а мыши ходуном ходят. Ну тут-то их нету, кошек-то внутри. Ты же не тебя нету, никто не открывает. Володя кормит, ходит их. У нас получилось 11 кошек. Да мы соседей 5 штук кормим. Своих 6. Никогда не думал, что так будет. Да кошки-то все ловливые. Ну,
Ну все, ой, ой, прячутся, бегут. Ну, во славу Божию, сейчас дверь закроешь и там затаскивай тогда. Я очень прошу, Надя, никак не открывай две двери сразу, кошки выскочат. А они не знают, что город. Ты поехал? С Богом. С Богом. Спаси Христос. Бог. Рассчиталась, Надя, с ним? Да. А? Да, да, да. Давай, давай. Я не хочу должен быть. Ты очень нужный человек. Машина-то такая огромная. Гляди какая. Вагон целый. Ничего себе, День Победы. Вот он поехал, Андрюша.